Всем привет! Это видеообзор паучи для маленьких собачек фирмы Брит. Я его приобрела в магазине Шиншилка. Это пауч с курицей и тунцом. Вот так выглядит пауч. Мы его уже потихоньку наедаем. Было много-много бульончика. Соньке очень нравится. Хвостом мы виляем, дрожим. Значит, состав 45% мяса филе и субпродуктов животного производства, в том числе 4% курицы и 40% филе рыбы и рыбных продуктов, в том числе 4 тунца, 9,6% мясной соус, а также 1,5% травы и фрукты. Вот такой пауч, в нем 85 грамм. Сделал он в Чешской Республике. Спасибо вам за внимание.